Самаре в день проведения матча по регби 21 октября усилят работу общественного транспорта. Подобный матч в столице региона проведут впервые на стадионе «Солидарность» Самара-Арена. В нем сразятся сборная России по регби и команда «Русские Барбаринс» сборной легионеров чемпионата страны по регби. Начало матча в 12:00. В телеграм-канале городской администрации сообщают, что для удобства болельщиков будет осуществляться подвоз зрителей трамваями маршрутов номеров 11 и 12 до конечной остановки Самара-Арена. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке Самара-Арена. Усилят и работу автобусных маршрутов. В завершении игры к остановке улица Алма-Атинская будут поданы дополнительные автобусы, выполняющие рейсы по маршрутам номеров 1, 67, 34, 41, а на остановку улица Дальняя дополнительные автобусы маршрутов номеров 1 и 67. В Самарской области с 16 по 27 октября проходит второй этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, говорится в телеграм-канале промышленного района. Областная полиция призывает жителей региона не оставаться равнодушными и сообщать обо всех известных фактах распространения и хранения запрещенных препаратов в ближайший отдел полиции или по номеру 102. Записать ребенка в спортивную секцию можно через госуслуги, напоминают в телеграм-канале Ленинского района. Многие занятия бесплатные, или их можно оплатить сертификатом доп. Образования, который выдают детям с 5 до 17 лет. Он автоматически формируется при выборе кружка. Для того, чтобы записаться в кружок на госуслугах, нужно выбрать учебный год, найти подходящую секцию, подать заявление. Организатор рассмотрит его в течение 7 дней, если есть вступительное испытание, до 45 дней. Договор об обучении пришлют в личный кабинет. Выбор секций и кружков на портале большой. Можно не только заниматься спортом, но и изучать астрономию, робототехнику, играть в шахматы или ставить первые научные эксперименты. До 15 ноября региональный оператор объявляет традиционный сбор макулатуры, информирует в телеграм-канале Куйбышевского района. Экомобиль приедет к вам и заберет вторсырье. Для этого необходимо оставить заявку по телефону 8 927 685 98 53. Коллективные и индивидуальные заявки на участие принимаются до 10 ноября. Выезды осуществляются по Самаре. Принести макулатуру можно самостоятельно по адресу Партизанская, 17Б. На переработку принимаются не глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, картон с маркировками, коробки, бумажные пакеты, чистая картонная упаковка от продуктов, книги и другие печатные издания, которые будут направлены для развития и популяризации акции «Буккроссинг». Перед сдачей бумагу нужно освободить от всех посторонних предметов – скрепок, пружин, скоб, скотча. Сырье должно быть чистым и сухим.